Всем привет, с вами Прия. Вот, часто вопросы задаете по типу, зачем нам этот изначальный сергерит, а к чему он вообще нужен, а зачем его собирать и для чего его потом можно будет использовать. Ну, давайте подумаем. В текущий момент изначальный сергерит нужен для того, чтобы превратить обычный аннигилят в изначальный аннигилят. И также изначальный аннигилят требует одну единицу изначального сергерита для использования. Там, насколько я правильно помню, 10 уровней. И получается так, то, что мы закупаем, допустим, с аукциона этих 10 изначальных аннигилятов, и нам нужно иметь в сумке 10 изначального сергерита с целью их использования. Это первый вариант, как вариант, чтобы их тратить. Да. Появляется второй вариант, с помощью которого мы сможем убрать свои запасы изначального сергерита. В обновлении 7.3.2, которое в текущий момент выгружено на ПТР-версию, на тестовую версию, можно найти торговца на Виндикаре и купить у него различные реагенты. По 10 обычных реагентов за один изначальный сергерит и ювелирные камни, которые стоят по 10 изначального сергерита. Некоторые камни дороже, некоторые камни дешевле. Используйте это, и все будет классно. Ждем 7.3.2, надеемся на лучшее. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.